Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. <клых> Запамятовал номер лекции. Мне кажется, что должна быть 14-я. Ну, я произношу обычно, потом легко их сортировать, они все видны. В общем, самое-самое последнее. Вот я, наверное, сделаю так. Я сейчас охвачу в начале примерно не буду обещать время, но я постараюсь за какое-то конечное время охватить те темы, которые были не охвачены, и потом пробежаться консультации по основным вопросам, которые будут. Я, к сожалению, так и не выложил еще вопрос, потому что они реально еще в процессе составления. Я еще так смотрю. Меня спросили перед лекцией, решил ли я, решили ли мы, в каком формате будет зачет в облегченном ребята будет зачет в облегченном варианте что это значит в прошлом году он скорее напоминал экзамен в этом году все равно теоретические вопросы будут обязательно вот но будут освобождаться те кто хорошо делал курсовой проект и это все оставлено а, на свободу преподавателей то есть преподаватель лабораторных работ он самостоятельно принимает решение как он расставляет оценки в своей группе Такая либерализация по местам, вот, децентрализация. Я уверен, что это а, к лучшему даже будет, потому что меньше, больше предсказуемость. Для вас существенно больше предсказуемость. Вот. Так что спокойно, а, если тем более вы еще и смотрели или ходили на лекции, записывали, то я думаю, что больших проблем не будет. Количество вопросов в билетах я постараюсь уменьшить. Если вы видели количество вопросов в прошлом учебном году, их было по-моему, порядка 40. В общем, много их было. Еще там были список дополнительных вопросов. Я постараюсь сделать так, чтобы их было немного, было четко и понятно. И, собственно, сегодня я пробегусь и с вами сейчас сверимся, да, сверим часы. Вот понимаете ли вы вообще, о чем в этом вопросе говорится? Итак, давайте с вами с незакрытых тем, а именно давайте с вами поговорим немножко про Эйлеров цикл и Гамильтонов цикл. Я хочу их именно дать в сравнении. Когда мы с вами начинали тему графов, в самом самом начале, я вам как раз показывал граф на примере э, не Эйлерова графа, который сделал Эйлер первым. Да, вот эти задачи о Кенигсбергских мостах. Да, вот давайте с вами сделаем так. Вот Эйлеров, соответственно, ну там... Э, Признак эйлеровости графа в том, что в нем есть, существует эйлеров цикл. Поэтому давайте начнем с того, что такое эйлеров цикл и гамильтонов цикл. Гамильтонов цикл. Что такое эйлеров цикл? Это путь ну, соответственно, да, путь, являющийся циклом, да, то есть это цикл, который проходит через каждое ребро графа. Ну, на этом точка. То есть логика проста, да, нужно пройти по каждому мосту, да, вот по каждому ребру надо, соответственно, пройти. А что такое Гамильтонов цикл? Это цикл, который проходит, угадайте, через каждую вершину графа, но не каждое ребро. А, да, прошу прощения, здесь очень важный момент. А, очень важный момент. Я его устно... Я как бы понимаю его, вы понимаете, но не договоренно, да? Ну, хорошо даже, что я именно вот так вот в параллели написал, да? Каждое ребро графа, через каждую вершину графа, да? Причем, да? Причем только один раз. Да? Один раз. Ну, только один раз. Ну и, соответственно, у Гамильтонового графа то же самое. Причем только один раз. То есть это одинаково. Так вот, оказывается, оказывается, для того, чтобы проверить, да, что такое Эйлеров граф. что такое Эйлеров граф? Граф называется Эйлеровым. Эйлеров граф, но, знаете, я буду короткую формулировку. Вы же тоже будете, наверное, не писать, а у нас все-таки не математический анализ пока что. Да, мы не требуем там точных формулировок. Самое главное, чтобы это отражало суть. Вам было понятно, преподавателю было понятно. Что такое Эйлеров граф? Да, Эйлеров граф. В котором есть, да, существует, в котором есть, собственно, Эйлеров цикл, Эйлеров цикл. Правильно? Like, логика, да? Гамильтоновым называется граф, да, гамильтонов граф. Абсолютно аналогично, да? Гамильтоновым называется граф, если в нем есть, то есть в котором есть такой цикл Гамильтонов. Давайте с большой буквы напишу Гамильтонов цикл. Я пишу с сокращениями, смысл понять. Гамильтонов граф, в котором есть Гамильтонов цикл. Надо сказать, что а, Гамильтон предложил путешествие по Додекаэдру. То есть он поставил задачку, которая такая головоломная до самом деле. Вот возьмем фигуру Додекаэдр, да, и, а, ну, я не смогу его нарисовать на доске, да, это вызовет затруднения определенные. Да, тем не менее, можно себе представить, такая есть фигура Додекаэдр, да, то есть он должен там продолжаться за уже туда вот стеночки, я, извините, не смогу. Ой, что-то у меня не получилось. В общем, каждая стеночка здесь, да, она вот продолжается. В общем, он вот объемный, да. А, путешествие по Додекаэдру. Можно ли пропутешествовать по Додекаэдру с какой-нибудь вершинки, да, и вернуться в нее же, вернуться в эту же самую вершину, посетив каждую вершину ровно один раз. Понятно? Ясно логика, да? Ну вот а, Гамильтону повезло больше, чем Эйлеру. А, его граф является Гамильтоновым. <толкно> Тот граф, который Эйлер нашел и поставил, что он не является Эйлеровым. Да? То есть она действительно интересная задачка. Вот так вот сходу, сходу ее вот так вот не сломаешь. Нужно реально вот пытаться да, рисовать, что-то там вот обходить, пробовать. Такая маленькая головоломочка математическая, да. Вот. А вопрос вот какой: как проверить, является ли граф Эйлеровым. Как проверить, является ли граф гамильтоновым. Нет, ну понятное дело, что если мы взяли и построили уже цикл, то ну, хорошо, да, если нам известно заранее. А вот если мы хотим проверить, оказывается, для, Эйлера, для Эйлерова графа есть железобетонный признак. То есть признак. Граф является Эйлеровым, знаете, когда? Первое, он должен быть связанным. Это главное. Первое, он должен быть связанным. Без этого не получится. И второе. Вы помните, что такое степень вершины? Количество инцидентных ее ребер, ну или, короче говоря, сколько дорог выходит, кроме петель, петля на два раза, да? петля два раза считается в степени. Так вот, надо, чтобы все степени вершин были четными. Все степени вершин должны быть четными. Все степени да, четные. Если выполняются эти два требования, все, граф Эйлеров. Дальше уже возникает вопрос, как именно построить Эйлеров цикл правильно. Но можно уже там алгоритм к этому делу прибавлять, там жадный, например, да, то есть мы берем там, знаете, что такое жадный алгоритм? Слышали от меня или нет? Жадные алгоритмы никогда не слышали. Ой, нехорошо, что я вам не рассказал. Ну, например, вот я сейчас устно так вот расскажу идею, как можно Определить, собственно, ну, точнее найти конкретный Эйлеров цикл. Дело в том, что их, конечно же, много. То есть, если он есть один, то мы можем этот цикл начать с любой вершины, как минимум. Во-вторых, если в этом цикле есть где-то перетяжки, то есть, если какая-то вершина посещена два раза, то есть этот цикл по сути факторизуется на два цикла, да, то мы там можем пройти по одному, по-другому. То есть разные могут быть варианты обхода. Да? Вот. Если есть. Повторно проходимые вершины в этом цикле. Вот. А смысл в том, что мы а, ищем произвольный цикл. Как нам искать цикл? При помощи чего мы можем искать цикл? Ну, у нас есть обход в ширину, который ищет цикл минимального размера. Обход в глубину тоже прекрасно ищет цикл. Помните, когда из а, а, вершины, которая является как там у нас была, да, белая еще не пройденная, да, а серая, которая позвали, но еще она не пошла на дискотеку, да, и а, черная, которая уже пошла. Да, вот если из, по-моему, вершины, которая сейчас активна, мы натыкаемся на серую, вот он цикл. То есть, в принципе, там тоже можно находить циклы. Вот, ну и вот, соответственно, мы можем брать цикл и а, расширять его через а, любое ребро. То есть, в принципе, мы можем по любому ребру выходить, Сейчас единственное, что я не помню, там нужен ли тут, в принципе, обязательно жадный алгоритм. Жадный алгоритм, на самом деле, это какой? Где мы берем самую выгодную вершину? Надо было вам показать алгоритм Дейкстра. Может быть, я сейчас покажу оригинальный алгоритм Дейкстра. Я сразу показывал с очередью, а в оригинальном там есть идея жадности. Сейчас покажу. Ладно, давайте, короче говоря, вот что. Не буду я вам строить теллеров цикл все-таки не буду. Давайте лучше мы договорим про гамильтонов цикл. А вот для гамильтонового цикла такого признака нет. То есть простого способа определить, является ли гамильтонов граф гамильтоновым или нет, не существует. Не существует. И задача поиска гамильтонова, проверки гамильтонов ли граф, то есть фактически поиска гамильтонового цикла, да, эта задача является так называемой NP-полной, NP-полна. Я не алгоритмист, я вам не расскажу подробно про то, что есть эти самые P-алгоритмы, да, P-полные, NP-полные, там еще есть какие-то а, следующей степени. Вот там есть такая проблема NP-полноты, что эти алгоритмы для них, если существует хотя бы для одного из этого класса NP полных алгоритмов существует хотя бы один из них алгоритмов можно свести к P, вот, то, ну, в общем, это я не расскажу вам детально. Ну, в общем, в этом случае будет известно, что NP равно P. Короче, что у нас существует полиномиальный алгоритмы решения этой задачи. Но а, не с, пока что ни не, не для одного алгоритма из этих вот нет решения. Соответственно, у них сложность, у всех NP полных алгоритмов. У всех он NP полных задач, потому что алгоритм, он уже дальше можно пытаться разными алгоритмами сделать. Но не существует алгоритма, который бы решал это за полиномиальное время. Что это значит? То есть, еще раз смотрите: это значит кратко, вот если по-человечески сказать: вот у нас нормально является какая ситуация? Асимптотическая. О, от n. супер! Да? О от n в квадрате ничего, да? О от n в кубе, ну ладно. Да, алгоритм Флойда Уоршела имеет такую, да, асимптотику. Ну хорошо, в крайнем случае, там, не знаю, четвертая, пятая, ну, шестая. Ну вообще какая-то степень, да, n в степени P. То есть, ну хоть ну, хоть что-то вот подобное, понимаете, то есть вот там, Полиномиальная степень, там, с конечным размером степени P. Но дело же обстоит хуже, когда. P и N возьмут и поменяются местами, понимаете? Когда я возьму и поставлю вот сюда вот да, какое-то число, например, хотя бы 2, да, 2 в степени N. Ну все это сразу... Сложность взлетает мгновенно, да, то есть она себе не растет, а вы знаете, да, что, ну, как e в степени x, да, e в степени x перебивает любой полином, хоть x в степени 1000, да, и e в степени x даже 1,0001 в степени x, она всегда перебьет x в степени там, миллион в какой-то момент. Да? Так вот, в этом смысле э, вот эти задачи n э, по полной, они асимптотически сложны. Что это значит, еще раз объясню. Что асимптотика у них дурацкая, и их приходится решать такие задачи полным перебором. То есть мы не имеем никакой возможности адекватной, адекватного поиска Гамильтонового цикла. Никакой. Что мы можем предложить? Вот как алгоритм поиска э, гамильтонного цикла. Вы знаете, самое примитивное. Прям проще некуда. Алгоритм очень простой. Берем все вершины, нумеруем. Ну, они у меня, допустим, там проиндексированы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, неважно, 9, 10 да, и так далее. Вот сколько у меня вершин, я, я их все нумерую. А дальше я беру и говорю, все вершины обязаны войти в Гамильтонов цикл. Правильно? Ну, по-любому. И ни одна не может войти дважды, правда? Ну, давайте, я единственное, что вершин сделаю поменьше сейчас. Да, давайте, какой-нибудь э, нарисую... Но ну, для него будет ответ довольно простой. Да, но я тем не менее вот какой-нибудь нарисую граф. Да? Ну, не знаю, может быть, надо было еще ребер нарисовать, да? 1, 2, 3, 4, 5. Но я хочу, чтобы вершин было мало. Так вот, обязательно все вершины должны войти в гамильтонов цикл. Я говорю, я первую вершину, которая она же будет последней, я ее не буду записывать второй раз, ну понятно почему. Да? То есть я после этого буду проходить к ней. Что у меня в результате получается? Да? У меня получается, по сути, 5 позиций в этом пути. Да? И я могу попробовать все варианты от 1, 2, 3, 4, 5 да, до, до чего? До 5, 4, 3, 2, 1. Как это проще всего сделать? Как проще всего перебрать всевозможный вариант? Ребята, это генерация всех перестановок. Помните, рекуррентно. Да, в рекурсе перебираем все, что можно поставить в первую позицию, да, потом во вторую. То есть, в принципе, не обязательно использовать никакой, ни обход в ширину, ни в глубину, никакого вообще... То есть информация о соседях, она будет появляться, знаете, в какой момент. Вот я беру конкретный, беру конкретный вот, вот случай и смотрю, а везде ли у меня есть ребро? 1,2 это ребро? О, повезло ребро, да? 2,3 это ребро? Это не ребро, да? Ребра нету, да? Значит, все, до свидания. Эту штуку мы вычеркнули. Ясно? То есть мне нужно проверить, что есть ребро. От этой вершинки к этой, 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 и от этой, соответственно, к той. Да? То есть мне окончательно нужно еще будет вот вернуться вот туда, чтобы цикл получился. Ясно, да? То есть, в принципе, ничего существенно лучше нет. Нет, конечно, существует вариант, когда мы будем, например, прямо в процессе генерации вот этой вот сразу пытаться переходить только по смежным, то есть, короче говоря, это называется обход в глубину с повторениями. То есть, когда мы пошли туда, а потом туда, а потом... То есть, с версиями. То есть, мы просто перебираем всевозможные траектории, исходящие из э, вершины. Так можно сделать да, такой рекуррентный обход по графу <laughs> во все стороны. Да, с запретом на повтор, естественно, посещения уже посещенной вершины, да, которая в данной вот версии обхода уже была. Вот, и с тем, что нужно добраться вот таким вот обходом до начала. Но это в любом случае сложность алгоритма вот этого со сложной реализацией, с обходом в глубину и э, всевозможными поисками, как вот так, туда, вот тут туда, туда, сюда, 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 вот побегали по разным траекториям, она будет все равно порядка, ну, правда, знаете, вот у этого вот количества перестановок все-таки не два в степени. Надо честно сказать, какая у него асимптотика. Там n вершин, а? n факториал, да. Ну вы знаете, да, что n факториал, он на самом деле ну, тоже такой, он показательный на самом деле, да. Если его там, пытаться записать в формулу, то у него идет показательная асимптотика. Короче, ничего хорошего, да. Сказал я вам про гамильтонов цикл, гамильтонов граф. Давайте двигаться дальше. Еще одна Сейчас, одну секундочку, что-то я еще должен был сказать вам. А, давайте вот что мы как раз пройдем алгоритм Дейкстра в изначальном его варианте. Потому что мне преподаватель сказал, вот вы рассказали алгоритм Дейкстра, да, вот я вот знаю его в другом варианте, да, вот студенты соотнесут ли они. Дело в том, что есть несколько вариантов алгоритма Дейкстра, я действительно заострился на одном и не рассказал вообще оригинальный значит есть алгоритм Дейкстры без очереди и он относится как раз к жадным алгоритмам давайте назовем его жадный алгоритм Дейкстры жадный алгоритм Дейкстры Итак, допустим, у меня есть некоторый граф, в котором я собираюсь искать кратчайший путь от одной вершины ко всем остальным. От какой-нибудь, не знаю, вот этой вершины. Да, я собираюсь 2, 3, 4. Ой, зря так, надо было их все-таки буковками называть, а то путаница будет. да? На самом деле... В этом случае мне как раз буквы не понадобятся, потому что очереди не будет. Никакой очереди у меня не будет. Зато, наверное, все-таки сейчас пронумерую именно вершины, потому что мне понадобится массив, в котором буду хранить эти самые длины. Хотя, с другой стороны, с другой стороны можно... Нет, давайте вот именно, чтобы был массив, и рядом два массива, больше ничего не надо. Два массива, в котором вот размера, количество вершин. То есть здесь будет номер вершины, да, ну или индекс, да, и, ну я по номерам сейчас, мне здесь удобнее по номерам, да, первая, вторая, там в программировании уже будет там 2, 3, 4, 5, сколько их, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 6, 7, 8, 9. Значит, у меня будет здесь известное кратчайшее расстояние, да, s-min от исходной вершины, от которой я буду стартовать. И еще у меня будет э, галочка. Уже все или еще нет. да, а, Ну, как это называется? Used. Да? Ну или уже все. Уже она использована. Никакой очереди при этом не надо. Итак, вначале я считаю, что к, ко всем вершинам, кроме стартовой, давайте я какую-нибудь вершину посчитаю первой. Да, вот это первая вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Какие-нибудь надо расстояния написать. Одну секундочку. Итак, давайте напишем некоторое расстояние. 7, 15, 2, 6, 3, 1, 4, 5, 3, 2, 8, 1, 4. Ну, я что-то такое набросал. Мне достаточно для примера. Я понимаю, что вам сложно будет повторить эту картинку. Я думаю, что это даже не обязательно. То есть, в принципе, самое главное, чтобы вы поняли суть, вы можете у себя изобразить аналогичную. Тут ничего особенного нету. Итак, вот эта стартовая вершина будет у меня. Первая. И юст у меня везде стоит нет. Я просто сейчас ничего не буду заполнять. Да, я там потом галочкой просто буду ставить, когда она будет юст. А расстояние, я говорю, везде бесконечность. Везде бесконечность. Ну, естественно, актуальная бесконечность, то есть какое-то там очень большое число. Вот. А к первой вершине, с которой я и собираюсь стартовать, у нее текущее расстояние 0. Итак, вот поехали. В чем состоит жадный алгоритм Дейкстра? Ищем минимальную по S мин, минимальную по S неиспользованную вершину. Сколько на это надо операций? Пробежаться по массиву, найти минимум. Да? Опа, нашли первая вершина. И от нее ко всем ее соседям обновляем эти самые s. Да? То есть от нее обновляем кого? Вторую и седьмую. Ко второй будет, соответственно, 0 плюс 6. То есть что? 6. Новое состояние. Да? А к седьмой будет у меня 0 плюс 2, то есть 2. После чего я отмечаю, что эта вершина уже юст. Дальше. Вот у меня массив. Я иду по нему и делаю поиск минимума с фильтрацией. То есть я иду и второй раз прохожу по этому массиву, ищу меньшую вершину с наименьшим расстоянием от исходной. Да, это оказывается вершинка 7. К ней расстояние кратчайшее. Да, вот, вот к этой. Я говорю, отлично, отлично. Значит, от нее я сейчас и буду обновлять ее соседей. Кого я обновляю? Ну, эту вершину мне обновлять не надо, потому что, в смысле, первую, потому что она юст уже, то есть тут даже не надо проверять, да, она уже юст и все. Вот. А дальше кого я обновляю? Я обновляю вот эту вот вершинку 6, да, для нее у меня получается, что 2 плюс 15, то есть 17. То есть сюда попадает 17, замечательно, и ставлю галочку, что это расстояние окончательное. То есть я, в чем выгода этого? Я трачу время на поиск оптимальной вершины, к которой расстояние уже минимальное среди возможных, но еще не закрепленных окончательно. И по сути, ставлю галочку, ок, к ней окончательно, но ее соседей подновляю при этом. Да, может у кого-то укоротится расстояние. Все. В результате у меня очевидно будет асимптотика o от n квадрат. Где тут жадность? В чем жадность? А жадность тут в том, как раз, чтобы схватить самую выгодную вершину. Понятно? Вот она жадность. То есть вот этот поиск минимума, кого еще схватим? Да Кто тут меньше всех? О, попался. Вот с тебя и начнем. Да? Вершина номер два. Она подновляет своих соседей. Значит, там что сейчас? 6, да? 6 плюс 3 к восьмой будет 9, сюда пошло. Да, сюда 6 плюс 3, к девятой тоже будет 9, сюда пошло. Да, так, что там, и еще 6 плюс 7, 13 это пошло к третьей вершине. 13. И отмечаю себе, что вторая вершина отчиталась к ней окончательное расстояние. Найдено. Понятно? И опять снова проявляем жадность. Жадным способом. Смотрим этот массив, фильтруем, фильтруя галочки, то есть они выбыли, да, а среди всех остальных ищем минимум. Это оказывается 9. Ну, мне не важно, за какую я из них схвачусь, вот, например, за 8, да, первый найденный минимум, вот я его индексы сохранил. Да, вот я от этой начинаю, от восьмерочки, беру и обновляю ее соседей. К девятой обновлять не надо, там 10 получается, да. К шестой это что получается у нас? Плюс 4, да, 9 плюс 4. Что получается? Что получается? 13. Значит, получается, что к 6 у нас есть путь за 13. О, он обновился. Он обновился. Замечательно. И на этом эта вершина отчиталась. Все, она всех своих соседей. -то. Опять минимальный. Вес среди оставшихся, теперь это у девятой. Девятая что делает? Она обновляет своих соседей, но это бесполезно, да. Значит, сюда ее вес 9, у девятой 9, да, как повезло. 9 плюс 4, 13, да. Значит, у пятерочки 13, у четверочки, что там, 14 плюс 5. Да? И я опять среди всех нет, а, и отмечаю ее галочкой. И опять я среди всех не отмеченный галочек, среди всех не юст вершин. То есть не нужна никакая очередь, не приоритизированная, никакая асимптотика от n квадрат. Понятно? Жадный алгоритм Дейкстра ⁇ это оригинальная версия. Это как раз та самая, которая вот в Википедии описана. На самом деле, конечно, вот то, что я рассказывал, это тоже алгоритм Дейкстры. Причем есть даже его вот такие, я, кажется, говорил вам, есть вариант, где эта очередь она не просто с повторными включениями, она приоритизированная. То есть там каждый раз подновляется вершина, то есть она не входит два раза в эту очередь, да. Она вот со своим обновленным весом она, как сказать, бежит к ее верхушке. И есть разные варианты, я вам тоже, кажется, говорил, что среди там олимпиадников варианты, а как правильно сделать эту кучу, потому что в ней надо там, удалять, подправлять. В общем, это уже не наш интерес. Понятно, да? Я уж не буду, наверное, заканчивать сейчас. Логика жадного алгоритма dx экстра понятна. Доведете до конца, если хотите. Суть самое главное в этом. Да? То есть мы ищем Вершину, к которой текущий вес минимальный, обновляем всех соседей, отмечаем галочкой. Тратим опять время на поиск минимума. В результате асимптотика у от n квадрат. Так. Ну что, давайте с вами еще посмотрим, что осталось. Так, был у нас алгоритм Флойда Воршела, который я рассказывал в попыхах. Итак, Флойда. Воршела. Итак, задача та же самая, как у алгоритма DeXtra: Найти кратчайший длины кратчайших путей. Я сейчас не буду заниматься восстановлением кратчайшего пути. Я, кажется, пояснял, как это можно сделать. Шагая от конца мы находим где совпадает, и двигаемся. Не буду повторять. А вот алгоритм Флойда-Уоршела, он, он предлагает такой вариант. А давайте от каждой вершины к каждой. То есть, если в алгоритме Дейкстра ответом является, по сути, список, ну или массив, да, одномерный, то в алгоритме Флойда-Уоршела ответом на поставленную задачу кратчайшее расстояние от каждой вершины к каждой, Ответом будет являться матрица. Понятно? Я эту матрицу, соответственно, назову буковкой f. Да, кратчайшее расстояние от этой вершины до житой. От этой вершины до житой. Но для того, чтобы сделать этот алгоритм, он реализуется методом динамического программирования. То есть он относится к классу алгоритмов динамического программирования. Вы, наверное, помните всех этих, там, кузнечик это была одномерная ситуация, да, вы, наверное, помните этого короля, количество траекторий, но это было тоже учебное такая. А еще было расстояние Левенштейна, редакционных изменений, да, в которых можно было, соответственно, посчитать, сколько же изменений нужно от слова там мама до слова молоко или что-то там еще такое было, да. Тоже была такая двумерная динамика, где мы вычисляли, рисовали матрицу и ее заполняли. То есть мы расширяли свое знание у функции некоторой. Но для того, чтобы воспользоваться динамическим программированием... А, еще был задача укладки рюкзака в этом семестре уже. Помните? Дискретная укладка рюкзака. Кстати, укладка рюкзака в общем случае является НП-полной задачей как раз. Той самой, вот как, как и проверка гамильтоновости графа. Вот. Так вот, смысл в том, что для того, чтобы сформулировать алгоритм динамического программирования, нужно вычленить эту целевую функцию и написать для нее рекуррентную формулу. То есть, чтобы определить эту функцию, через нее же саму, но на меньшем, как сказать, меньшего масштаба, меньшего размера. Ну, елки-палки, как определить меньшего размера кратчайшее расстояние от этой к житой вершины? Что может быть вот ну как ее можно упростить? Оказывается, можно. Можно к этой функции кратчайших расстояний добавить параметр k. То есть это кратчайшее расстояние. Соответственно, от итой до катой вершина. До катой. Ой, прошу дожитой, простите, случайно. Да, промежуточными при этом. Ну или, скажем так, через промежуточные k первых вершин. Ну или через k промежуточных вершин. Очень важно, что в этом алгоритме эта k означает номера вершин, то есть первые k штук по номерам. Потому что есть другой алгоритм, который тоже занимается кратчайшими расстояниями, алгоритм Беллмана-Форда, в котором да, не более чем через k вершин, но ну, неважно какие у них номера, то есть, но, но не более чем через одну промежуточную, не более чем через две. Но это другой алгоритм. Я его вам не давал и, видимо, давать не буду. Вот. через k промежуточных. Изначально я думал его дать, но уже не буду. Вот итого же то: через k промежуточных по номерам. по номерам. Таким образом, у меня есть а, некоторая вершина И, некоторая вершина g, да? и, допустим, мне известно кратчайшее расстояние через k минус одну промежуточную вершину. То есть у меня есть... Вот я так вот пунктирчиком выделил некоторую подобласть в графе, где находятся какие-то там да, k минус 1 к минус одна вершина, да? Соответственно, у меня есть какие траектории, ну какие-то траектории, где ими пользоваться можно. Этими k минус одной штука. Не, не обязательно. У меня всегда есть возможность прямо из итой житую ребром скакнуть, если они соединены ребром. Почему нет? Правда, ребро может иметь очень большой вес, но можно. Понятно? То есть я могу использовать их в качестве промежуточных вершин. Я сейчас не буду тут мусор рисовать в виде траектории, но понятно дело, что там куча траекторий, среди них существует какая-то оптимальная ими. Можно пользоваться. Да, вот такая траектория и есть. Да? А можно воспользоваться в качестве промежуточной еще и вершиной с номером К. Я могу в нее заглянуть, да, и потом пойти. В вершину G, а могу не заглядывать. При этом обратите внимание, что если мне уже известно кратчайшее расстояние от И до К, ну откуда бы оно у меня взялось, да, а оно у меня будет в тот момент, когда оно мне понадобится, потому что кратчайшее расстояние от И до К не имеет вершины К как промежуточной, то есть она не нужна как промежуточная при движении от итой к Катой. Таким образом, я могу сказать, что кратчайшее расстояние от Итой к Житой с использованием к вершин, включая вот эту вершину с номером к, оно равно меньшей из двух траекторий, меньшему из двух, то есть минимуму. Из чего ну, во-первых, не надо отбрасывать ту ситуацию, когда я этой вершиной просто не пользуюсь. То есть я говорю, не заходим в нее. То есть топаем из итой в житую через k минус одну, как промежуточную, к этой вершина не нужна. А второй вариант, не это, она нужна все-таки. Кратчайшая траектория от итой в житую проходит через вершину с индексом k. Тогда расстояние из итой в житую через катую – Минимальное оно равно минимальному расстоянию от итой к катой плюс расстояние от катой к житой. При этом в качестве промежуточных ката вершины не нужна. Поэтому получается, что это будет f от итой к катой плюс f от катой к житой. И при этом я тут могу написать смело k-1. Таким образом, оказывается следующая ситуация, что у меня вот эти самые f иты житые, они как последовательность такая, которая сходится, сходится. То есть я перехожу, что называется, от матрицы к матрице. Да? То есть я перехожу от матрицы к матрице, и в конечном счете у меня получится, что матрица для f, и, t, g, t любых, где можно пользоваться всеми n вершинами. Да? А начну я с какой? Понятное дело, что там есть где-то матрица в самом начале еще, да, от и той житой, где можно пользоваться только одним ребром. Но ведь на самом деле должна существовать и такая матрица, в которой я пользуюсь нуля, о, одним ребром, прошу прощения, одной вершиной, да, вершины с индексом 1. Ноль, где нельзя пользоваться вообще никакими промежуточными вершинами. И оказывается, что вот эта исходная матрица, от которой мы должны были отталкиваться, она как раз является весовой матрицей. То есть это тупо весовая матрица. Ну, правда, не совсем тупо. Там надо ее так заполнить. А что если ребра вообще нету? Я так вот тут рассуждаю, да, вот, вот все время. А если у меня нет вообще ребра, в этом случае туда опять же вставляется актуальная бесконечность, то есть некоторое заведомо а, огромное число, которое ни при каких там попытках уменьшения оно не приведет к тому, что эта траектория станет выгодной, понятно? То есть заведомо большой вес, который превышает вес любого пути в этом графе. Ясно? Согласитесь, что идея примитивная, да? То есть как в динамическом программировании долго дотумкать до того, что же за функция и как она в друг друга переходит, но когда вот выписана эта формула, когда все объяснили, становится непонятно, что же сложного. А самое прикольное то, что программируется это всего лишь в 5 строчек буквально. То есть это 3, прошу прощения, в 4 строки. То есть это цикл for по k, нет, ну, надо заполнить матрицу W вначале, там, считать ее, может, с клавиатуры. Слушайте, вот это оставим за кадром. Центральный эпизод, центральный эпизод, в чем он будет состоять? В том, что мы долбим по этим номерам К, да, то есть у меня будет центральный цикл, так. Так, я помню, что там эту формулу мне что записывать надо, поэтому я вот так себе место освобожу и прям в длину напишу. Я впишу for k in range. Ну естественно, что мне нужно иметь а, вот эту вот матрицу F и t j, t. K. Я сейчас ее не буду экономить память. Реально, я могу хранить только предыдущее состояние матрицы и формировать новую двумерную матрицу. Но я сейчас буду баловаться, как будто я себе выделил, уже выделил память на кубик такой. И же К, вот N в кубе у меня памяти, мне плевать. На самом деле можно от N квадрат памяти просто 2, ну 2 N квадрата памяти использовать. Не буду сейчас, ну, чтобы красиво формула выглядела. Так, да? К от чего? По N включительно, то есть нужно разрешить все N вершин, да, Значит, а, при этом а, перешагивание будет у меня происходить как с... Сейчас одну секундочку, а, На к Я буду k с первое пользоваться. Значит, я должен начинать с первой. Да, то есть перешагиваний у меня получается как раз n штук. Я вот сделаю это так. С первой по n включительно. Дальше. For соответственно. А здесь я просто и g перебираю все возможные. For i in range n, for g in range n, И вот он, главный if. Главный if. Аще. Так, сейчас, секундочку. Иф. Ой, а какой if? Ифа <laughs> нету. Просто вычисляем и все. Что-то mm -hmm. я задумался. Ифа не надо. Просто пишу и говорю, F Kt ИТЖТ равно чему? Минимум из... F, K минус 1 и T, житая на предыдущем слое. И T, житая. Да, запятая И вот эту сумму сюда запихиваю. Прям вот один в один. Просто с квадратными скобками аккуратно прописываю доступ к элементам. F, K минус 1, соответственно, и T, KT. Да, плюс f k минус 1, соответственно, k -T, t Я не говорил этого, кажется. Но надо сказать, что алгоритм Дейкстра работает не только на обычных графах, но и на ориентированных. Алгоритм Флойда Уоршела тоже работает и на ориентированных графах. У него есть преимущество, недостаток у него есть, у него асимптотика получается у от n в кубе. Но правда он и задачу выполняет более мощную, то есть у него результат это расстояние от любой вершины к любой, Коротчайшее. То есть я, если бы я захотел такое же сделать, такую задачу решить при помощи алгоритма Дейкстера, то мне пришлось бы запускать его фактически n раз. Кратчайшее расстояние от первой вершины ко всем остальным, от второй ко всем остальным. Оно бы то на то и вышло. Да, ну понятное дело, что наверняка мы не захотим пользоваться Флойдом Моршалом, если мне от одной вершины к остальным надо найти. Но, но, все-таки есть у него еще одно существенное преимущество. Оказывается, он работает и в случае наличия отрицательных весов. В ситуации с алгоритмом Дейкстра, если у нас есть какое-нибудь ребро, у которого, не дай бог, отрицательный вес, там как минус 4 дорога, по которой ты проходишь, и расстояние становится меньше на 4. То тут накрывается вся эта идея, потому что в этом случае внезапно может... Ну представьте себе, вот у нас, помните, вот это было сюда 9 и сюда 9 оказалось, кратчайшее расстояние, а тут я поставлю минус 1. И тут возникает такая ситуация, что у меня э, вот сюда, конечно, 9, да, но она взяла, например, и она обновляет вот это расстояние, его укорачивают, то есть к той вершине, до которой мы уже галочку поставили, там уже было кратчайшее расстояние, оно засчитано, оно не, не должно быть пере, пере это, еще раз, перепосчитано. Понимаете? А здесь никакого предположения про положительность весов нет. Вот, единственное, что у этого алгоритма возникнет естественная лажа в той ситуации, когда у нас будут вершины, будет цикл отрицательного веса. В этом случае, если я не ошибаюсь, у нас в итоговой матрице там получится, ой, а я не помню, как определяется. К сожалению, не помню. Не помню. Но это все равно, у вас спрашивать не будет, а хорошо бы на самом деле все равно узнать, как же там именно происходит определение. То есть этот, он, не, он не работает в ситуации, когда цикл отрицательного веса существует. То есть когда я могу между некоторыми вершинами гасать и накапливать, себе отрицательный этот баланс. Да? То есть я, если зашел сюда, например, не знаю, сюда 2, сюда 5 вес, да. Но если я вот тут погасаю, то я себе укорочу дорогу, хоть до минус бесконечности. Вот. ну вот эм, он в этом случае, конечно, не работает, но он может детектировать, что такой цикл существует. Но как это как в нем просматривается потом по этой матрице, я, честно сказать, не, не знаю. Ладно, давайте на этом материал закончим и пробежимся по вопросам. Я буду произносить вопросы, и мы будем с вами выяснять, как вы понимаете, о чем речь или нет.